Момент падения метеорита в Турции попал на видео. Он был намного больше, но распался в атмосфере. С подробностями Жан Содель. Здравствуйте. Как видим, красиво падает. Зеленый, оранжевый и синий цвета. Пострадавших, к счастью, нет, но человек, который ехал в машине, мог подумать, что падает не метеорит, а самолет. Обломки небесного тела видели жители юго-востока Турции, сразу в нескольких провинциях. А это Шанлыурфа, Малатья, Экзарук, Элызяк и Газантеп. Недалеко от границы Сирии, а до столицы Турции Анкары 700 километров. Кстати, 29 августа метеорит упал в Иркутскую область России. Вот обратите внимание, видно на снимке. Он сгорел недалеко от земли. Опасными считаются метеориты, размер которых 100 метров, за такими наблюдают, а то и могут сбить. Такие вот новости. Уберечься от метеорита никак нельзя, остается надеяться на чудо и на то, что у нас с вами хорошая судьба. Что думаете, друзья, по этому поводу? Напишите в комментарии, конечно, оцените видео, чтобы его увидели другие. Подпишитесь на канал, мы обсуждаем самые важные и интересные новости вместе. С вами Жан Содель, до встречи, хорошего дня!